Ночью ураган выл. И муж я... Было видно, кому совсем похеру. И я, блядь, лежала, думала, куда бежать, как спасаться, а муж лежит рядом, такой просыпается. А, страшно? Да не бойся, рук мне на лицо положил, чтобы я не боялась. В общем, он меня защитил немножко. А это очаг самый. Вот, и смотри, это 8:20, сейчас 9:00 будет. Я тебе это пыталась показать с утра. Вот это дело. What's gonna happen? I think it's a juice. Yeah. That's crazy, right? Wow. Мама, если ты будешь ухать дверь, закрой. Что пиздец. Бля, моя машина. Ну не так сильно, но машину жалко будет, конечно, если на нее что-то полетит. Окей, и это мы не по тебе. Хорошо, что ветер с другой стороны, блядь, дует сзади. Ух, ебать. Ветер оттуда дует. Да, вон там ветерок. Штормит. Вау. That's scary shit. Блин, 9 утра. Только проснулся. Пойдем посмотрим, что у нас там произошло. Ух. Угу. Вода поднялась, да? Ну, не на очень много поднялась, но поднялась. Ой, блин. Здесь что такое? Вот моя машина. Гараж бы не помешало. Блин, где он? Здорово. Смотрите, дерево прямо сломалось. Дерево такое и нафиг сломало, да? Кстати, не заделали машину? Да, везунчик. Там прям это дерево с корнем оторвало нафиг. Мы все проспали. Ого. Что ты думаешь? Ну, чуть-чуть ветер подул. Один можешь даже. Ой, фонарь все смотрит. О, не видел. Смотри, как рядом с... Он везу, он счастливчик. Он выиграл. Реально фонарь снесло. Ау!
Вообще нормально, да? Хорошо, что дерево не упало вон. То сюда. Спасибо жене за лица эмоциональные. Прощайся со всей малышкой.